Знали ли вы, что один пограничный столб есть прямо посреди Беларуси? И он в национальном аэропорту Минск. У нас под контролем все границы на суше и в воздухе. За тем, что происходит в воздушной гавани, внимательно следит пограничный контроль. Концентрация серьезнее, чем на контрольно-следовой полосе. Перед глазами дежурного десятки мониторов и сотни человек. Нас интересуют камеры, которые выходят на прилет и которые выходят на вылет. То есть мы следим за пассажиропотоками. Эти люди знают все, что касается документов. Как изготавливается бумага, как вносятся защитные элементы, что должно быть и чего нет. Через одного специалиста может проходить по 350 человек в день, считанные минуты на пассажира. Те, кто за годы службы обзавелся профессиональным чутьем, видят нарушителей еще на подходе. Я помню всех своих нарушителей, помню все свои эмоции, когда они ко мне приходили. Ну, наверное, самый запоминающийся это был первый, потому что он первый. Как-то я была не готова к нему. Ну, как не готова? Готова? Ну, я всех нарушителей помню. И пусть широкая улыбка пограничника вас не расслабляет. Пассажиры имеют дело с настоящими нейролингвистическими программистами. Мимика, жесты, поведение просчитываются как дважды два на калькуляторе. Пару уточняющих вопросов и сразу становится понятно, у кого дрожат руки из-за волнения перед полетом и кто дергается с распечатанными на принтере документами. Это был гражданин Грузии, летел домой, наивный, сказал, что это не он все сделал, ему так дали в посольстве. Это была полная подделка документа, свидетельство на возвращение в Грузию, там был просто документ напечатан на принтере полностью. Второй у меня был тоже, у меня все были граждане Грузии. Чтобы сюда попасть, надо пройти жесткий отбор. Здоровье, психологическая устойчивость, физическая подготовка и блестящая память. В голове необходимо держать огромный объем информации. Все, кто работает в кабинах, сдают экзамены. Создание документов с нуля, в том числе иностранных, законы, международные соглашения и их нюансы, ежедневное обновление информации. Наберется на войну и мир и то, что сжег Гоголь. Если у контролеров возникают сомнения, за работу берется спецпроверка. Нелегалы знают, если документы понесли в эту комнату, дела плохи. В их памяти целые архивы различных способов подделки документов, а техническое оснащение позволяет отличить липу на раз-два. Самые простые подделки штампуют из обычной бумаги. В документах используют оптически мертвую, которая не реагирует на ультрафиолет. Обычная светится, как новогодняя елка. Но бывают очень хитрые нелегалы. Самое сложное, наверное, последнее, которое я встречала, когда в документе даже не удаляется изображение, а вносятся минимальные изменения в изображение. То есть бланк документа полностью подлинный, немножечко изменили лицо для того, чтобы человек мог пройти паспортный контроль. Мы видим нарушителя, мы с ним разговариваем, мы видим его поведение. Надо понимать, что не каждый документ, вызвавший у контролера вопросы, обязательно подделка. Паспорта случайно пачкают, стирают, рвут и дают детям в руки, получая обратно произведение искусства синими чернилами. Если маму или папу не узнать, полет придется отложить. С наземными коридорами, в принципе, то же самое. Пограничники всегда стоят на первых рубежах охраны нашей страны, находятся в постоянной боевой готовности. Особенно мы чувствуем это сегодня, с учетом складывающейся неспокойной обстановки в мире. Вокруг топкие болота, густые леса и непроходимые заросли. Так выглядит наша южная граница. Встретить прохожего – большая редкость, в основном летом местное население приходит собирать ягоды. Несмотря на внешнее спокойствие и тишину, территория круглые сутки под контролем. Вот начинаются каналы. Дальше это уже территория Украины. То есть мы заходить на нее не имеем права. Если нарушитель пройдет через государственную границу, он очень может быстро уйти в тыл. Поэтому, если обнаружили следы, поднимается сразу тревожная группа, потом застава в ружье. Начинаются поиски нарушителей. Один из самых сложных участков границы расположен в Альманских болотах. Из-за природных особенностей нет возможности для контрольно-следовой полосы и ограждений, как на других участках. Зато есть высокочувствительные камеры, сейсмические датчики даже в темное время суток способны определить, кто крадется на границе. Случайный зверь, нелегал или, например, автомобиль. Единг 98, доложи обстановку. Обстановка без изменений.
Дмитрий Мельников, родом из Могилевской области, дома ждет молодая супруга, но армия, уверен, только на пользу. Пограничная школа – это и ответственность, и сноровка, не говоря о физической выдержке. За сутки пограничный отряд пешком может пройти до 30 километров. Нужно быть готовыми к любому развитию событий. Здесь не бывает учебных выходов, все дозоры с оружием. Очень ответственная служба. Это самое ответственное из всех, наверное, войск, которых я знаю. Почему? Потому что охраняем границу. А граница – это наше все. Это наше целое. Если не будет границы, будет беспредел. Ну так мы осуществляем охрану. То есть, если мы будем хорошо охранять границу, у нас в Беларуси все будет хорошо. Добираться в непроходимые места помогает специальная техника. Это плавающая машина, снегоболотоход «Шерп». Грязь, вода, завалы деревьев – все нипочем. Без труда преодолевает любые препятствия до метра. Сложности управления здесь не представляют никакой. Просто знание автомобиля, ее технические характеристики и специфика, и все. А так она ничем не отличается от обычной машины. Единственное, что отличие есть у нее, как она бортоповоротная, управление происходит за счет управления рычагами. На новое место застава «Альманы» переехала полгода назад. Раньше пограничники базировались в Речице, это в десятках километров от границы, что усложняло маневренность групп при любом срабатывании сигнала. Теперь минимум времени, чтобы добраться до точки, и больше для отдыха. Пограничная застава, мы все здесь как одна семья. Мы все здесь в ответе друг за друга. Наша основная задача является надежная охрана государственной границы. Моя, как командира подразделения, чтобы все солдаты прибыли домой целыми, невредимыми и здоровыми. Общая задача – быть надежным щитом для страны. Сотрудники органов пограничной службы защищают рубежи протяженностью более 3500 километров. Обеспечивать охрану позволяют современные технологии и новейшее оборудование. Система наблюдения с искусственным интеллектом, беспилотники, а также сигнализационные комплексы. Граница, как вы знаете, живой организм, и обстановка там меняется практически ежесуточно, что ежечасно. Очень много в последнее время появилось новых рисков, вызовов групп по зависимости безопасности. Но чтобы выполнить задачу президента, пограничник, у нас все есть, и личный состав, и технические средства. Я могу заверить весь наш белорусский народ, что кто к нам пойдет не с добром, ему добром не покажется. Мы всегда рады гостеприимным гостям нашим. Пожалуйста, приезжайте, смотрите нашу Беларусь, радуйтесь, делайте свои выводы. Но нам только одно, навязывать какие-то свои приоритеты извне и в области Парижа без вас я никому не советую. Соседние страны Евросоюза заметно наращивают военную мощь и присутствие контингента НАТО. В сочетании со стремлением диктовать свою волю и вмешиваться во внутренние дела других государств, такие действия вызывают обеспокоенность. У наших границ сейчас вовсю работают западные разведчики, проходят военные учения наступательного характера. Самолеты, танки, десятки тысяч солдат. Нельзя быть наивными и не видеть в этом подготовку к реальным военным действиям. С другой стороны, и нашим партнерам не стоит быть безрассудными, ведь белорусские рубежи – это еще и граница союзного государства Беларуси и России. Это тот самый медведь, которого не стоит дразнить. Андрей Александров, Ирина Никитина, Родион Кабанович, «Контуры».